У меня самый точный удар в мире. Да невероятно, молодец, Юрка! Очень зрелищно. И снова с разбоя точим. Снова наигрывается шар на угловую лузу. Посмотрите, ну как под копирку. Тут, конечно, шансов мало у Дмитрия. Были шансы, но он подходил к столу только в роли догоняющего. Так, вот сейчас все. Таймер. Оставлен. Прошло уже где-то секунд 15, пока я с вами разговаривала. Ну, посмотрим, может быть, сейчас удастся и все сложится, что я вовремя решила включить секундомер. Идеальный перевод. Смотрите, Сергей даже на него не смотрит. Решает сделать еще один перевод. Чуть-чуть не довел он до середины. Катим, накатываем, и серия увеличивается потихонечку. Еще один перевод. Да, я думаю, что нашла я как раз идеальный момент для того, чтобы засечь. Надеюсь, что в полторы минуты Сергей сейчас уложится. Да, минута и... Как итог, проиграл. Я думаю, Карлену было очень обидно. Он показал действительно классный, достойный бильярд. В американку сыграл хорошо. Поэтому я думаю, что окажет достойное сейчас сопротивление Дмитрию, несмотря на прекрасную форму сейчас Димы. После турнира с Авиди он поехал в Орел, выиграл благополучно там коммерческий турнир. И я так понимаю, что тренировался перед турниром Лимаева. Также мы видим, что пока все складывается в его сторону очень даже несложно. Снова левая рука. И так быстро, стремительно, задорно
Задорно уже идет заход на вторую партию с кия. Да, прошло минут 8, мне кажется, с начала матча. Ну, максимум 10, но боюсь, что 10 это совсем я много беру, намного меньше времени. Но Сергея так просто не обыграть. Посмотрите, с разбоя забивает и начинает догонять, буквально наступать на пятки своему сопернику. Неактивно разбилась сейчас пирамида. Я думаю, что будет сейчас либо чужой сбор под подбоем, либо свой в тонкое касание. В любом случае, отыгрышей мы не увидим. Судя по прицеливанию, все-таки чужой с подбоем. Так и есть. Очень удачный подбой. И, вероятно, снова начнутся скаты. Как же все переворачивается, да? Всего лишь одна ошибка от Дастана, и уже практически две партии он проигрывает. Не будем забегать вперед, безусловно, еще не выиграна эта партия, но все идет к этому. Посмотрите, как точно справляется с накатом Сергей Крыжановский. Да, все переворачивается просто в несколько минут. Семь. Прижимает шара. Борту Сергей, и вероятно он будет играть свояка дальнего.
Да. 8. Уже 4-5. Решаем продолжить. Я так понимаю, да, на перерыв тут... ушел Дастан Левшаков. Сергей продолжает, потому что за серию с разбоя на этом турнире учрежден из Киев фабрики Вантекс. Сейчас уже 11 шаров с разбоя. 12. И какой психологически важный сейчас момент. Посмотрите, Сергей как будто окрыляется, да, тем более он понимает, что нужно продолжить серию. Дастан на все это смотрит, и я думаю, что по-любому чувствует он мандраж сейчас, напряжение, что Сергей еще и делает 15 шаров с кия. Идет на эту серию, пока 14, конечно. Ну что ж, будем надеяться, что будет 15. Да, 15 шаров с разбоя.